Всем привет, с вами юные садоводы, и сегодня мы сажаем что? Физалис. Что такое физалис, давайте узнаем. Сегодня три типа посадки и три типа семян. Что же это? Это физалис-кондитер, вот такой кондитерский физалис, физалис-колокольчик и физалис, который мы купили в магазине, уже плоды, и самостоятельно достали оттуда семена. И сегодня будем сажать тремя способами. Будем наблюдать, какой же способ лучше. И вы, как всегда, не забудьте подписаться, поставить лайк и оставаться с нами. Будет очень много интересного. Почему физалис? Почему вдруг решили физалис? Потому что физалис очень-очень неприхотливое растение. И, в общем, будем выращивать все, что неприхотливое. Зачем наименьше нужно ухаживать? Кстати, вот лимон, в принципе, он тоже неприхотливое растение. Вот, ему полив, увлажнение, земля, больше ничего не надо. Постоянное, ежедневное полив ему не нужен. Вот, ему нужно померить теплыми тоже. И к пересадкам относится очень легко. Давайте начнем. Первый тип. Попробуем посадить в грунт под пленочку. И давайте выберем, какие мы посадим. Давайте. Значит, у нас колокольчик физалис. Выцепим вот такой вот емкость семян. Тут не очень много. Откроем. Вот. И кондитерский. Кондитерский сюда насыпем. Физалис. А, внутри пакетики. Вот здесь тоже. Вот, тут побольше семян. В кондитерском физалисе. Ой, они какие-то не какого-то зеленого, другого цвета, посмотрите, они отличаются. Вот. Кондитерский физалис другого цвета. Уточнение, он не кондитерский. Его используют в украшении да, пирожных, тортов. Но там написано, что он кондитер. Это, наверное, сорт такой физалиса, кондитер. И сейчас я обрежу бумажечку, чтобы воткнуть в землю, чтобы не перепутать, где какой сорт. Физалис кондитер и физалис колокольчик. Так, все. Это мы сделали. И наш физалис, который вытащили из плодов. Значит, первый в грунт. Что мы делаем? Мы увлажняем, как всегда, наш грунт. Давайте вот сюда посадим кондитерский. Вот. А туда, в эти отверстия, так, дренажное отверстие нету. Так, сюда посадим кондитерский, а туда... Так, сюда посадим кондитер, а сюда колокольчик. Сажаем кондитер физалис. Немножко. О, он много в этом всем. И руки посинели. Вот так какой-то синий, какой-то штукой. Его обработали. Так. Сейчас он что прилипли. Сейчас мы. Так, и присыпем землей. Присыпем землей. Будем с вами вместе наблюдать. Так, все. И как всегда увлажняем. Где же наши стаканчики?
Так, этот физалис надо на два разделить. Что-то я много там бухнула. Потому что у нас же три способа посадки. А здесь у нас получится... Надо еще на два разделить. Чтобы у нас хватило семян. Я разогналась. По несколько. Не по много, по чуть-чуть будем. Штаны. Потому что это у нас... Получается первый способ – открытый грунт в пакетике. То есть под этот, под термопленочку. Это не будем подписывать, и будем... Это понятно, что семена, которые самостоятельно доставались из плодов. И достаточно. Сейчас чуть-чуть присыпаем землей. Будем вместе наблюдать. Вы, кстати, не забудьте подписаться. Красную кнопочку, колокольчик нажать, чтобы не пропустить видео. Наши новые. Вот. Все. Все, и увлажним. С вами вместе наблюдать. Первый способ посадки в открытый грунт. Вот, первый мы посадили, сажаем второй способ посадки. У нас будет наши любимые скрутки. Как мы сажали в скрутках лимоны, смотрите. Вот по ссылке здесь. Как мы сажали лимоны. Сейчас мы сажаем физалис. Как всегда, берем влажные, напомню, берем влажные салфеточки. 3-4. Их промываем, чтобы там не осталось средства. Вот, увлажняем. Выжимаем, увлажняем. И потихонечку распределяем сюда семена наши. Вот. Семена. Семена распределяем по салфеточке. Таких салфеточек у нас будет несколько. И ставим их в стаканчик с водой. Внизу наполняется. На предыдущих видео, то есть на предыдущем образце забыла положить салфетку. Просто или в туалетную бумагу кусочки. Вот так, не одну салфеточку, а туалетную бумагу. Так, делаем вторую скрутку, высыпаем. Точно так же семена. Будем вот наблюдать, как происходит наш физалис. Все. И заворачиваем такую трубочку. Ставим в емкость. Небольшая поправочка, что заворачиваем не вдоль, а поперек. Такую вот скруточку делаем. Вот она, вот такая скруточка. И ставим так вот семенами вверх. Еще одна у нас получается салфеточка. Вот, раз. Три слоя делаю бумаги. Два. И три. Увлажняем. Насыпаем семена. Семена очень мелкие. О, у нас тут земля прицепилась. Земля. Вот, ставим на дне, ставим водичку. Так, и третий способ проращивания. Так, очень интересный. Давайте посмотрим, что же это, в общем, так мы не проращивали ничего, но попробуем. Значит, берем такую пленочку или целлофан. Можно, кстати, файлик взять.
Насыпаем туда землю. Землю. Так. Тут. Насыпаем туда землю. Таким с краем немножко. Потому что с края чуть-чуть отцепляем, потому что мы будем ее заворачивать. Насыпаем землю. Все, достаточно. Вот так вот. Насыпали ее, увлажняем. Не слишком далеко от края, потому что будем заворачивать. И вот давайте вот эти семена, это колокольчик, мы вот так вот аккуратненько распределим. Аккуратно распределяем семена вдоль вот этой линии. Вот, все распределили. Теперь заворачиваем. Так, нам подожди. Вот у нас такой получился пакетик. Вот здесь мы поставим резиночку. Вот здесь будем увлажнять. Вот мы с вами, вот такой вот получился кулечек. Мы с вами тремя способами посадили физалис. И, как всегда, будем за ним наблюдать. Оставайтесь с нами, не забудьте подписаться. Пока-пока!